Добрый вечер. Я занимался разработкой приложения Blinux, который в чем-то повторяет функционал Android устройства управления приложениями. То есть это очистка кэша, очистка конфигурации, экстренная установка приложений. То есть мои цели было создание утилиты, предоставляющие удобный доступ к этому. До этого момента все это приходилось делать лично через терминал, что, в принципе, не очень удобно. Здесь представлены результаты моей работы, то есть основной это список приложений. По клику на приложение открывается страница, на которой мы можем увидеть статус приложения, дату установки, размер занимаемого кэша и размер приложения, которое на диске занимаем. Здесь представлены возможности, то есть программа позволяет принудительно останавливать приложение, очищать кэш, очищать параметры приложения. То есть полностью как на Android. Я сейчас продемонстрирую это. То есть вот у нас есть запущенные приложения. У нас есть вот, допустим, мы видим приложение, которое максимально использует кэш, это, например, Core Maps. Здесь мы видим, что накопилось 26 мегабайт кэша. Мы можем либо ее не использовать, либо очистить кэш. До минимального возможного уровня. Также можно, допустим, экстренно остановить работу приложения. Но здесь я столкнулся с таким нюансом, что остановка приложения не останавливает работу обложки. То есть это, я понимаю, сделано специально, чтобы пользователь не потерял приложение, которое у него было запущено. Дальнейшего планируем внести улучшения, то есть на главном экране необходимо добавить размер крыши, который использует приложение, чтобы не ходить по каждому приложению, не искать необходимые лишние данные, а сразу все видеть.